Всем привет, с вами Элла Дезертир, и у нас второй выпуск «Вопрос-ответ». Поздоровайся. Да, ребят, еще раз всем привет, надеемся, вам понравится этот выпуск, тем более, что ответы вы сами хотели услышать. Ну что ж, первый вопрос тебе, с твоего канала. Собираетесь ли вы проходить Вовку, не считая Пандарии? В принципе, да, можно. Вопрос в том, когда? Без понятия. То же самый ответ. Ну, скорее всего, ты же говорил, что ты забил на Вовку пока что таки, да. Ну да, до выхода нового патча я пока да. Так что, а мне в одиночестве тоже скучно играть. Давай вопрос. Итак, твой вопрос, а именно, когда будет Legacy of the Void? Неожиданно. Да, пацаны, завтра он выйдет, все бежим, покупаем. Blizzard официально сами не сказали, когда он выйдет, поэтому мы сами не знаем. Вот. Следующий вопрос, я так понимаю. У тебя, заметь, у тебя спрашивают, что за Рафаэль, а именно, скорее всего, RFRL имеет в виду, играет иногда с Дезом. Рафаэль? Ну да, RFRL, который. Вот. Кто играет с Дезом? Да, вот. Кто он такой и почему он играет с Дезом? Ну это, скорее всего, к тебе вопрос. Нет, это вопрос у тебя. Ну, Дезертир иногда играет со своими друзьями, с прочнистом, с ником. Кого я знаю лично. Вот. RFRL, по-моему, просто не знает, но я решил Элкину все-таки потроллить этим вопросом. Вот. Ну, на самом деле, это просто мой один друг. Все. Давай, теперь ты мне. Да, как ты относишься, отнесся бы к водным юнитам, если бы они были в StarCraft? Вообще отлично. Отлично. Если ты во второй Warcraft играл, там были флотили. Я знаю, вообще отлично. Мне нравится воевать еще помимо на море, как говорится, и это круто. На мой взгляд, по крайней мере. Окей, от Варкрафта переходим к Диабло. Нравится ли тебе Диабло 3? И каким классом ты бы проходил новое дополнение? Ну, я думаю, что новое дополнение я проходил бы... Ну, точнее как. Я поиграл бы за новый класс, но проходил бы его все-таки, скорее всего, шаманом. Окей, то есть ты... Не будешь все 5 классов докачивать до 90 уровня или до какого-то. Спрашивала, с кем буду проходить, а не буду ли я докачивать. Ну окей. Но я лично все классы прокачаю, когда. Ну, я тоже прокачаю, но это будет тогда, когда будет. А сейчас пока я не планирую этим заниматься, потому что это, на мой взгляд, немножко извращенно. Тем более, сейчас прокачивать все равно нельзя, поэтому какая разница. Окей. Ну, чего, больше там больше? Вопросов пока нет. Пока нет. Еще один вопрос. Почему вам не сделать доступ игрокам со стартовой версии StarCraft, чтобы они могли с вами играть во время стримов? Ну, во-первых, обрадую всех, у кого нету полной версии, а только пробная. Скоро выйдет патч под названием 2.1, где все стартовики смогут играть в торговый ряд без ограничений. То есть мы вас можем приглашать к себе. Ну, а пока этого патча нету, мы вас приглашать не будем, поскольку стартовые версии могут играть только 6 человек. А нам на стримах хочется приглашать как можно больше. Вот да. И все. А еще тогда следующий вопрос. Эл, как тебя зовут по-настоящему? Тут, правда, почему-то ответ Роман, но думаю, что ты с ним не согласишься. Не, меня не Роман зовут, меня зовут... Как же меня зовут, сказал Эл? У меня есть два имени. Точнее... Как и у всех, наверное. В простонародье меня зовут Арслан. Если вам это режет ухо, можно звать Русланом. Это мое второе имя. Вот. Поняли? Все. Никаких романов. Никаких романчиков. Так, теперь у нас вопрос к тебе и мне. Как мы относимся к героям Керриган, к Джиму и Зератулу? И к StarCraft, ко всему StarCraft. Поскольку я читал, ты отвечаешь. Ну, я в целом положительно отношусь как к StarCraft, так и к самим героям. Более того, что мне нравилось играть за Керриган в компании.
так что очень классно. За Джима, например, я помню очень классную кампанию, когда приходилось под землей идти всеми героями, и меня это очень порадовало в свое время. Я думаю, ты понял, про какую именно я говорю. Да. Так что да, отлично. Как к самому StarCraft, иначе мы его не стримили и не играли, если бы я относился к нему плохо, наверное. Ну, мне тут добавить тоже нечего. Ну, добавь что-нибудь, чувак, добавь. Колоритный герой Керриган. Джим немножко скучноватый, мне кажется. А вот у Зератула богатое прошлое. Хоть мне и Протос не нравится, но вот Зератул, если вот так выделять из всех трех, самый интересный. Нелегкая судьба Керриган, конечно. Ну и Джим втрескался по уши. К Старкрафту я реально не знаю, что добавить. Раз мы его, естественно, стримим, у меня почти весь канал забит Старкрафтом. Так что здесь, по-моему, ответ на вопрос уже есть. Тем более, что большинство поклонников как раз пришли тебе из-за Старкрафта. Так же, вот, собственно, вот, видимо, как и ко мне. Поэтому... Но все равно ответили. Да. Следующий вопрос, Эл, а помнишь, ты проходил Borderlands 2 и можешь продолжить? Нет, к сожалению, меня Borderlands 2 не сильно впечатлил. У вас, ну, одиночная кампания. Вот в кооперативе, может быть, я бы и поиграл, но не знаю, как ты к этому отнесешься. Да и плюс у нас... Да я не против, в принципе, но это... Пока временная возможность. Временная. Мы запишем в наш список, который все время пополняется, то там редко что вычеркивается, но все равно. Я бы даже сказал, что там фактически ничего не вычеркивается. Ну да ладно. Но поверьте, список у нас довольно большой, потому что мы хотели бы, в принципе, пройти. Поэтому да, можно попробовать как-нибудь. Следующий вопрос, ребят, сделайте, пожалуйста, видео о том, что лучше взять, PS3 или PS4. Есть такое видео, вы уже выкладывали, то, пожалуйста, киньте ссылку. Видео такого нету, я тут начну немножко отвечать за тебя, но, в принципе, сделать, наверное, можно, хотя... Я думаю, продолжишь этот вариант. Я за, чтобы сделать еще одно видео, потому что две консольки уже вышло. Я много чего почитал отзывов о том и о том. Плюс мне есть что добавить, ну, лично мое мнение, если оно вам интересно. Я думаю, у Деза тоже есть что в это видео вложить. И, скорее всего, мы эту идею добавим в список, но она будет в приоритете. Ну да, не как вот, например, прохождение Borderlands. Да, так что... Здесь, конечно, получше. Я давно хотел предложить, потому что наш первый подкаст насчет PlayStation, что взять, PlayStation или Xbox, пользуется большой популярностью, и поэтому, мне кажется, нам стоит второй выпуск сделать. Ну а пока плавно переходим на твой канал. Здорово, Дес, скажи, что я не могу найти твое видео конкурса, хотя парень его смотрел. Вот. Вот, конкурс проходил до пятницы, в связи с этим вы не могли найти, а именно, если я правильно помню, то задал вопрос мне хулиган. Злой, нет, злой Wi-Fi. Это хулиган. Это хулиган. Это хулиган, да. Вот, как раз к слову о том, что мне как-то спрашивали, забываю ли я людей, которые нам пишут. Если люди нам пишут часто и как бы с нами нормально общаются, нет, я не забываю, потому что... Ну, как-то непривычно мне забывать о людях. И даже если мы о вас забудем, на YouTube есть новый раздел «Топовые фанаты канала». Мы всегда туда заглядываем и смотрим, кто у нас активный. А следующий вопрос. Вот этого я пользователя знаю, Артема, вместе, ну, у которого на аватаре стоит Риппер. Дезертир, если не секрет, какой у тебя код в StarCraft 2? То есть требует твой батл так, ну, могу, скорее всего, написать лично. Вообще, я, честно, сейчас его не вспомню, поэтому ходить смотреть не буду, просто потом в личку ее кину. Но, опять же, добавлять я не добавляю. Я облегчу всем, кто хотят нас занести в друзья, чтобы не спрашивать, как у нас батл так, просто приходите по выходным на стримы, заходите в сообщество, и через сообщество вы нас можете просто добавить. Да. И все. И в принципе, можно и так сделать, как бы, и вы сможете спокойно видеть, когда мы в сети, например, и так далее. Но, правда, вы не сможете нам писать. Ага. Ну, такая вот страшная штука. Вот. А что касаемо, наверное, самого батлтага и вообще добавления в друзья, почему не добавляем? Потому что слишком много иногда бывает спама, и не хотелось бы все-таки этого. Ну, уж извините, ребят, просто очень много народу, когда это плохо. Ну, даже не в этом, что спам, просто список друзей, он ограничен, это во-первых, и плюс
Есть такие люди, которые спрашивают BattleTag и потом прыгают в игры через того, да, что мы добавили. Да, это еще тоже это еще большой хуже. Минус, еще хуже, да. Я полностью с тобой согласен. Сейчас я кое-куда докачусь. Давай, докатывайся, я тогда тебе зачитаю другой твой вопрос. Не, я, в принципе, могу уже тебе зачитать, потому что, давай. В принципе, докатился. Вот. Эл, когда ты проходил кампанию Battlefield 4, в главном меню я не увидел кнопки мультиплеера. Где она? Где она? Ну, кто не знает, если когда вы играете в некоторые игры Electronic Arts, если вы не в сети Origin, то этой кнопки нету. Да, а еще раскрою другой маленький секрет. Если человек, играющий в пиратскую версию игры, то ее тоже нету. Тоже нет. Вот. Так что вот такие вот пироги у нас. Да. Следующий вопрос. Эл, будешь ли ты играть в StarCraft Legacy of the Void? Ну, когда выйдет. Конечно нет, зачем? Это такая ненужная игра, да? Да, самое скучное дополнение запросов будет. Плюс я, конечно, их не люблю. Вот. Следующий вопрос, Эл, такой. Значит, один человек играет в Battlefield 4 с ПК, другой с консоли. Но PS там, например, смогут ли они поиграть вместе? Нет, они не смогут поиграть, поскольку ты мечтаешь о такой функции, которая называется кросс-платформ. Да, именно так. И многие компании не заморачиваются, потому что там есть технические сложности, чтобы связать Xbox, допустим, с компом или PlayStation с компом, чтобы они все на один сервер заходили. И поэтому, если вот брать пример Counter-Strike Global Offense, там тоже вначале Valve обещали кроссплатформенность, но потом они на это дело забили, потому что это очень геморройное дело в плане реализации, да и никому это не нужно, если честно. Плюс... Ну, иногда бывает нужно, на самом деле, но тут уже вопрос выбора просто, кто на чем играет. Ну, смотри, если, допустим, ты играешь с ПК, а кто-то с джойстиками, там тупо могут троллить, а ты просто с мышкой играешь, так легче целиться. Хотя есть некоторые индивидуумы, которые с джойстика раздают хедшоты через снайперку не хуже, чем с мышкой. Вот-вот. Но, опять же таки, повторюсь... На вкус и цвет. Да, на вкус и цвет, и повторюсь, что это слишком дорого и нудно делать. Теперь тебе вопросы, точнее здесь их очень много, но от одного человека. Начнем с первого. С какой игрой компании Blizzard ты познакомился впервые? С какой игрой? Ну, я думаю, что это был Diablo 2, насколько я помню, в свое время. Я с нее начал играть, потом уже прошел первую и последующие части. Потом был, по-моему, StarCraft, еще первый. Варик. Естественно, все это играло в свое время еще в игровых клубах, скажем так. Окей. Следующий вопрос. Почему ты решил начать снимать прохождение игр? Я, по-моему, уже отвечал на этот вопрос. Был в свое время очень интересный для меня стример. Ну, точнее, тогда он еще не был стримером. Это сейчас он стримит и играет, и для очень многих вещей все делает. В общем, неважно. Суть в чем. Был интересный для меня человек, который в свое время занимался тем же самым, чем я стал заниматься сейчас. И он меня, скорее всего, сподвиг на это. В некотором смысле. Что означает твоя аватарка на YouTube? На тот момент, не знаю, просто крест какой-то. Крестик с огоньком. Меня да. Вот тоже все время это беспокоит. Не знаю, просто вставил его и как-то... Я даже не сморачивался, честно говоря. Горит скорая помощь, все. Да, горит скорая помощь. Точнее, она настолько быстро едет, что все в огоньке. Следующий баянистый вопрос. Когда вы с Эллом подружились и как это было? Подружились мы давно, насколько я помню. Со времен конкурса я тебе помогу. Со времен конкурса, да. Конкурс был по Вовке. А именно, надо было за определенное время прокачаться до какого там 20-го максимального уровня на тот момент, да. В доступной триалке, скажем так. И уже после этого, как бы, выслать скрины, все такое. О чем Элф теперь все время говорит, жалеет. Что я этот конкурс провел. Да, вот. И поэтому как-то вот так вот мы тогда познакомились. Это было где-то года полтора назад, наверное. Или больше, я не знаю. Сколько прошло уже времени, я не слежу за этим. Но это было в любом случае давно.
Вот, L. Да, следующий. Все, давай, это может, все вопросы от, тебе? От одного. А? Или там еще есть? Давай, там пока много. Давай пока ты задержи мысль там, где остановился, окей. Я пока тебе. Ну просто читаю. Логическая цепочка сломается. От там человека. Прям такая логическая цепочка. Да, вот давай все-таки до конца. Давай тогда. Как ты относишься к воинам летсплейщиков? Видел ли ты мультфильмы? А, ну нет, давай. Давай сначала на первый вопрос отвечу. Вообще никак, по той причине, что не особо за этим следил, и даже вот раз третий или четвертый только об этом слышу. Многие спрашивали, типа с Понтом прикалывались, помню, раньше. Ну, скажем так, у нас были общения с людьми из а-ля ближнего круга, да, которые там с нами общаются часто. И вот у меня были вопросы, да, там в скайпе и так далее, типа, почему вам с Элом, с Понтом не устроить такую а-ля войну? Ну, смысла как бы не вижу. Ну, я просто добавлю, что обычно в 90% а-ля война — это самый пиар двух каналов. Вот именно. И порой люди не понимают это и начинают переживать на личности. Но все это делается в дружеских, естественно, отношениях, и это прописывается в сценарий. Да, конечно. То есть... Хотя иногда бывают люди, которые просто завидуют и устраивают, но у таких, как правило, не так много, скажем, людей, которые пойдут за ними, то есть которые завидуют. Я, например, не вижу смысла кому-то завидовать. Каждый занимается своим. Каждый, да, вот занимается в меру своей мощности, скажем так, в меру своих возможностей, да, поэтому у каждого это все получается так, как получается. Насчет мультфильмов, это уже следующий вопрос, если я правильно помню. Да, от Карбота. Да, я их смотрел, смотрю, мне они нравятся, офигенный канал, делают классные мультики, супер. Дальше. Дальше, это вот вопрос прямо от вот тот тебе. Тот же? Нет, ну от того же человека, да. Все от одного. Пока я не заткнусь, это все один и тот же человек будет. Какое у тебя впечатление о четвертом Ассасине? Офигенское впечатление, мне он очень понравился. Я честно скажу, я даже уже, по-моему, где-то в комментариях отвечал примерно так же. Я не ожидал того, что он будет именно вот таким. Я думал, что он будет скучнее, намного скучнее. Но оказалось, что там эпичные баталии на воде, там... Очень много вообще эпичности в этой игре, и круто на самом деле сделали разработчики, что они все-таки выпустили именно так. И есть некоторые схожести, кстати, между Assassin's Creed, о чем заметил один из подписчиков, между Assassin's Creed и новой выходящей игрой. Подскажи мне, я сейчас, к сожалению, не помню. А-ля GTA, которая. А-ля GTA, которая? Ну да, да, да. Saints Row? Не-не-не, Saints Row к ней не имеет никакого отношения. Как же она называется там? Смотрящие псы, Watch Dogs, типа. Вот, вспомнил. Ассасин? Похож на смотрящий? Нет, там суть в том, что по факту просто есть схождение в того, что это происходит в одном мире и прочее подобное. То есть, ну, имеется в виду это схождение. То есть некая вероятность того, что это все в одном и том же месте. И там, кстати, еще сделали что прикольно, то что скажем так, как будто компания основная, которая производит игры в данный момент, да, то есть не знаю, для кого это будет секретом или нет, но типа они производят помимо этого еще и в реальной жизни, то есть в нашей, потому что они там сотрудничают, мол, с Electronic Arts, да, и так далее. То есть это тоже прикольное такое схождение, как будто это прям реально у нас происходит. Вот. Мне понравилась идея, так что да, отлично отношусь. И заключительный вопрос, будет ли еще игры в кооперативе со мной? Я думаю, ответ ты сам можешь дать. Будут. Вот, так что все. Я думаю, всё, я думаю этого отстрелялся. Ответа, да, я думаю, этого ответа достаточно. Теперь ты, друже мой. Что у нас здесь есть? Эл, во-первых, тебя поздравляют с 1000 подписчиками. 1100. 1100? Тысяча, точнее. Тысяча, ну 11. Ладно. Спасибо. 11 тысячами, в общем. Эл, ты будешь проходить World of Warcraft Warlords of Draenor после их выхода? Конечно, даже в кооперативе с кое с кем. Да. Эл, что тебе больше нравится, Warcraft или же World of Warcraft? Сравнивать стратегию с ММО не вижу смысла. Если распределять в классе сюжета, то Warcraft. Если... Да, по сюжету мне Warcraft нравится больше.
потому что там как-то это все лучше преподнесено. А так не могу сравнить. Обе игры очень шикарные и доступны, достойны своего внимания. Та стратегия, та ММО. Вот и так. И в ту можно полжизни отдать. Давай следующий. Как ты относишься к героям вселенной Варкрафта, Старкрафта, или же... Точнее, как, ну, к самым главным этим героям? Так отношусь, но во всех трех играх есть положительные и отрицательные герои. Отношусь к ним вполне... Положительные и отрицательно? Да, положительные и положительно. Не, мне все время... Почему-то вот в играх Blizzard отрицательные герои порой они как-то лучше сделаны, и я иногда на их сторону становлюсь. Да, иногда, лучше не прописаны всегда. Иногда бывают. Да. А если честно, если вот расставлять все вселенные, допустим, для меня же по интересам Warcraft на первом месте, Starcraft на втором, а Diablo на третьем. Ну, это чисто мое мнение. Мне кажется, в Diablo вообще очень так слабенькая, проработанная сюжетная линия. Там в основном все на мясо упор. Если хочешь, что-нибудь добавляй от себя. Ну, от себя могу добавить лишь то, что, в принципе, полностью согласен, потому что герои везде разные, но в целом они интересны в каждой из игр. Но касаемо Diablo, они просто почему не проработаны? Там ты героя строишь из себя сам. То есть, ну, ты делаешь его таким, каким ты его видишь. Ну, Вовке то же самое. Ну да, но спрашивали же про Warcraft и Starcraft, то есть оригинальные именно стратегии. То есть там вот что берется. Ну ладно, Warcraft Forever. Да. Следующий. Ну давай ты. У тебя последний вопрос остался. Если бы тебя спросили, кто лучше, Фантом или Призрак, что бы ты ответил? Я бы ответил, мне больше как-то Призраки нравятся. Ну как? А если бы тебе бы к голове бы приставили винтовку Фантом и Призрак, ты бы чё попросил? Я бы промолчал. Потому что если бы я ответил, то винтовки бы выстрелили любая бы из них. Здесь отвечать что-то очень... Надо как-то с умом. Я вас обоих люблю. Должен выжить только один. Что-то в этом роде. Так, вопросы на твоем канале закончились. Прям вот так вот? Да. Окей, переходим к следующим. Ты точно их по времени расставил? Да. От новых к новых. Окей, давай тогда следующий. Ты сказал, что любишь стратегии. Так будешь ли ты играть в Dawn of War из вселенной Вархаммера 40 тысяч? Нет! Уже сто раз этот вопрос задавали. А про себя могу сказать, что скорее всего буду, но это в планах. В долгом листе. Именно. Дальше. Дальше, чтобы мне сказать тебе, я думаю, что последние вопросы, это хотел бы ты, чтобы StarCraft вернули Валькирию, будешь ли ты проходить Warcraft Frozen Throne? Полегче. Сам-то. Давай, отвечай на какой-нибудь из них. Валькирию нет, не хотел бы, потому что все-таки надо двигаться вперед, а Валькирию заменил Тор, он сплэшем бьет. Поэтому там даже анимация выстрелов одинаковая. Что дальше? Буду ли я проходить Frozen Throne? Frozen Throne, да. Конечно, буду, потому что там еще нас ждет 60 увлекательных миссий. Как же это? А это можно так легко раскатать на кучу запусков, да? Да. Видеороликов. Что там еще было? Следующее. Если бы тебя спросили, кто лучше, Дехак или Загара? Так, Дехака это однорукий, а Загара это королева, которая выступала на стороне Керриган. Да. И я, скорее всего... Я даже не знаю, у тех... Вот если бы Абатура еще был бы, я бы Абатура выбрал, а так... Я, наверное, за Дехаку бы выбрал, потому что он мне больше нравится, тем более, что Загара более борзая, на мой взгляд. А я бы Королеву выбрал. Не знаю почему, но я бы ее выбрал. У нее как Барой больше. Ну, на вкус и цвет. Да. Что там еще было? Ну и последние пару вопросов. Кого бы ты выбрал, это так...
Где тут? Йо, господи, как же я хотел задать этот вопрос. Да что же ты за желто-розовую фигню китаешь своему коте? Вот. Да, желто-розовая фигня коту — это корм его. И там просто есть разные вкусовые подушки, так сказать. И самые любимые — это, естественно, желтые, потому что это печеньки с начинкой какой-то. Так что поэтому он за них готов кого угодно и как угодно. Убить, подрать, наказать, сделать что-то плохое, да? Да. И все в этом духе. Ну и на такой, в принципе, веселой ноте, я думаю, что и стоит закончить наш выпуск. Не забывайте писать нам новые вопросы. Я надеюсь, что вы понимаете, что от того, чем больше вы их пишете, тем... Длиннее выпуск. Длиннее выпуск, да, и тем он интереснее будет. Всем спасибо за ваши вопросы. Мы рады, что вам все-таки интересно что-то узнать. Ну и всем пока. Пока.